have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! У нас сегодня будут попытки сломать себе абсолютно все кости, насколько это возможно. У нас похожая игрушка уже была давненько, но это уже четвертый вариант симулятора от данного разработчика, данного автора, который постоянно продолжает работать над своим продуктом и говорит: ребят, вы еще не все методы сломания собственных костей попробовали. Вам нужно вот прям убедиться в том, что вы можете сломать абсолютно все, потому что есть столько хороших способов, как это сделать, блин. Слушай, я на очень высокой высоте. Серьезно, после такого падения сломано две кости. Ну-ка. Ладно. Весело! Давай со всей силы прямо об землю на голову, прямо на камни. Об землю на голову, что, блин? Давай, скатывайся. Блин. Сколько ты костей сломал? Не очень много, сейчас, погодь. Мне интересно, обо что тут можно так долбануться хорошенько? Вот тут дерево неплохое. Да, дерево хорошо зашло. 23 кости. За одно падение 23 кости. Вот это вот прям хорошо. Ух ты. О, наконец-то какой-то серьезный перелом руки. Погоди, change map. Я могу что-то за 25 тысяч. Я могу как раз купить за 25 тысяч. Пойдемте. Прикинь, я ровно прям точно... сломал себе ноги, то, что я никогда в жизни сходить не смогу, в принципе, куда-то. Так, а как мне... Ну вот я что-то купил, а как мне обратно, типа, в магаз? Не, в магаз я не хочу, main menu. Надо умереть, чтобы Play. В магаз. Это я сейчас... О, это я повыше сейчас себе место купил, да? Ну-ка. Да! Сотрясение. Неплохо, неплохо. Слушай, это на какой? Вот этот звук. Та-дам! Это звучало что-то... Я 17 штук заработал одним падением. Офигенно. Вот эти фиолетовые переломы, по-моему, там вообще страшные. Ну-ка. А я себе попу сломал. Копчик? Да. Сломал попу. О, 29 костей одним падением. Блин, жалко, что в воду падаешь. Блин, тридцатник, красиво. Вот он способ зарабатывать деньги-то. Просто прыгаешь с большой высоты. Давай, три кости теперь. Ох. Об дерево просто огромнейшие повреждения заходят. Смотрите, просто в мясо. Так, так, так. Офигеть. Это, да, ребят, это мы сейчас все делаем, чтобы вы понимали, вот когда кто-то из вас... Мы уверены, что никто из вас этого не делает, но если вдруг кто-то из вас прыгает по гаражам, чтобы вы понимали последствия прыжка по гаражам. Об дерево со всей силы, в острую ветку. Короче, да, об дерево это прям... Я сломал себе 201 кость. 201? Да, 201 кость сломал. Так, 100 штук нужно на следующую карту. Надеюсь, ты их накопишь быстро. Да, ну прыгая с такой высоты, это уже не проблема. Давай, прямо в водичку зарядись. Ну, водичку, достань до водички. Давай, чувак, я верю в тебя. Да, дерево это, в общем-то, решение многих проблем. Блин, я дерево промазал. Таз и кости таза, короче, такие просто в дребезги. У меня пятка, у меня фиолетовая пятка. Фиолетовая. Давай, с разгону в это дерево. Да, сотрясение мозга.
сотрясение мозга такое крутое? Вывихнуто, выбито плечо, выбито это. О, блин, на двадцатку упал. Вот это прям хорошо. Ой, я ничего не вижу. Я, кажется, прямо на дерево упал. Или глазами куда-то. Глазами куда-то? Давай, водичка, чувак, да! Да, проскочи еще немножечко, ну чё ж ты? На 6 тысяч. Ну что это за падение на 6 тысяч, чувак? Где тебя учили так падать на 6 тысяч? Вон в то дерево. У меня абсолютно все тело красное, мимо кроме дерева. Головы. Пальма! Мимо пальмы, как ты мог? Ладно, 110 тысяч. Пойдемте другую карту посмотрим, что у нас тут еще есть. А, есть 750, фига себе! У меня рука застряла во льду. Да. Прикинь, я упал ровно на 58 монет. Так, вот тут местечко. Меня, знаете, очень сильно забавляет, что тут есть оградки, типа такие. Осторожно, не упади, чувак. Осторожно, не упади. Есть мостик. Стой. Ой, я до воды достану. Неужели? Давай. Чувак, ты сможешь, верю в тебя. Оу. Просто салат. Слушай, ты на каком уровне? На третьем. Об дерево, да! С разгону. Я на 8 уровне, буду тебя ждать. Офигенно. Вот это переломы. Переломный момент наступил прямо здесь. Так, хорошо. Так. Я, кажется, знаю, куда я сейчас упаду. Блин, я думал, скорость имеет большее значение. Ну, типа, на 7 тысяч. Вот перелом об дерево был гораздо более сильным. О, а что это за место? Самое высокое место в этой игре... Не у меня. Не, вы чё, это ж просто, ну как бы да, на 6 тысяч, но это просто шахта. Где шахта? Ну не то, что шахта, там туннель такой, короче, этот. Это на каком уровне? Третий? Ох, дерево, да, третий. Жди меня, я сейчас на третий уровень поднимусь. Вот это было неплохо сейчас, кстати, 24 кости сломано. Костя, ты сломан. В смысле, кости. На 13 штук, неплохо. Налейте на 13 штук, пожалуйста. Так, надо бы что-то повыше. Блин, как я неудачен. Это дерево пролетел. Ты где? На третьем уровне. Сейчас я появлюсь наверху. Я ровно на третьем уровне возле какого-то дерева. 19 штук, хорошее падение. Так, стой, где? Тут нет дерева на три... Минуточку, как твой мир называется? Погоди-ка. Но мы на одном сервере. Да, понятно, что мы на одном сервере, я тебя вижу. Я на восьмом уровне. Или шестом, или седьмом, забыл. Active Firework. О, я понял, где ты! Все, жди меня, я сейчас упаду на секундочку, и потом ты можешь меня ждать, пожалуйста. Ох, хорошо, об дерево зашло. О, потеря сознания! Пи-пи-пи-пи-пи, слышал. Давай, воду, 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 чувак! Ну ты так аккуратненько скользишь, ты так ни одной косточки себе не поломаешь. Ну ты чё? Ни одной косточки. Так, как твой мир называется? Маунт Закилла? Да, Маунт Закилла. 250 штук. Ну, Маунт Закилла, третий уровень, да, нормально. Мейн меню обратно. Так, Маунт Закилла. Вот дерево. Жди, жди сейчас. Я уже к тебе иду. Привет! Привет. Тут можно выше подняться, пойдем. Ты же знаешь то, что тебя просто откинет обратно? Серьезно? Ну давай посмотрим. Я не знал. Ну дорожка-то есть? Есть. Она же не зря. Не зря.
Вот попробуй зайти туда. Тебя просто откинет обратно. Но дело в том, то, что если ты вот так вот сделаешь, будешь вот этой вот грязи бегать, то ты можешь упасть хорошенько так, высоко прям. Попробуем. Блин, не потери сознание. Да кто ж так падает? Ты чё, чувак? Нельзя так падать. Блин, всего лишь кисть фиолетовая. Слушай, она не фиолетовая, а синяя. Отбитый на всю голову. Так, Давай в ну, шахту прыгнем. да я в шахту уже прыгал, там нефиг делать. Так. У, потеря сознания. Неплохо, неплохо. На сколько? Тысяч на 20 будет? На Так. 15, ну ладно. Я вернусь, пожалуй, свой в мир. Давай. Свой в мир. Давай, с разгона об дерево. Нет. Да! Шестой уровень. Шестой уровень. Через шестой уровень. Да, именно уровень. Такой вид, короче. Да! Окей. О, как хорошо упал. О, давай об Да надо дерево на еще. дерево какое-то, ну ш... О, но в Давай об камни хотя бы. дерево, блин, промазал. Ветка меня подтолкнула мне туда. Ветка такая, кыш отсюда. 19 О, тысяч. четвертый уровень, неплохо. 23 ту... 2 тущи, 23 штуки. Вот это сейчас неплохо пошло. 23 шуки. Шуки. Да, шуки. Уи! Дерево, 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 дерево! Да! Звук ломания костей расслабляющий. Еще и в стеночку так и подкатить. Понька. О, лысое дерево с колами, 18 тысяч давай с неплохо. колами. С чем? Лысое дерево с колами. Кола растет прямо на деревьях лысых веток. Давай с 1 000. Ну, неплохо, конечно, но вот, ну, блин, вот могло бы быть и лучше, конечно. Знаешь, я Что там, помню. 250 на следующий уровень вроде как нужно? Вроде бы. Я помню, как я как-то раз прыгнул настолько высоко и настолько хорошо, то что я получил 53 тысячи с падения. Ух, вот это смачно. 53 тысячи, это, конечно, хорошо. Ну, вот падение об дерево дает неплохо так по 13-14 тысяч. Давай, ножка! Стань более жирной, выкинь меня! Блин. Вот это было сейчас прям неплохо. О, потеря сознания, да! Неплохо так. Год, И конкьюзер. вот это все на 11 тысяч. Ну блин, ну вы серьезно? Чего? Почему я сломал так мало костей, даже не сотку? 25 000! Ох, вот это было сейчас прям смачно. Давай об этот камень, об этот. Ладно, тоже неплохо. О. Я прыгаю прямо к тебе. Жди. Никуда не уходи. 20 штукенций. Вот это хорошие переломы. Таз, ноги, руки, плечевые вывихи. Все подряд. Красота. По камушкам немножко каждый раз вот так пум. Пуньк, 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 пуньк. Вот так. Потеря сознания, да! Давай, Вот дерево, дерево, так. ударь меня! Оу. Да зачем ты затормозился-то об дерево? Я хотел, чтобы ты ударился об дерево. Он такой взял рукой, зацепился. Дерево, спаси Оу! меня! 40 000! 40, блин, тысяч с падения! У меня почти все красное! Чувак, это Да, офигеть! 40 тысяч падения, это жестко, конечно. Все, я понял, куда надо прыгать. Там, где твой труп был, вот туда надо прыгать. Тогда я буду получать Так, ладно, я дофига. сейчас, скорее всего, если нормально упаду, то я куплю себе новый уровень, ну, новую локу. А я буду копить 730 тысяч на новый уровень. На дерево я уже не выйду. Вот на вот этот камень. Да! Вот это было сейчас прям Чувак, прыгай! хорошо. Прыгай! Чего? Сколько? Хотя двадцатник. Слушай. 32 тысячи! Слушай, я могу улетать вверх.
Это как? У меня есть обилка шарик называется. Обилка под названием шарик. Я с помощью этой обилки могу очень высоко подлетать. Прям очень высоко. Это прикольно. Так, 300 километров в час, уже лечу. Давай, головой. Поньк. В дерево под конец. Такой пончик. Нормально. Слушай, я сломал себе... 35 тысяч? На 35 тысяч сломал себе кости. На 35 тысяч неплохо можно сломать себе всякого. Блин, офигительная у меня обилка. Просто берешь, зажимаешь shift, улетаешь очень высоко и все. Ультрапереломы костей тебе обеспечены. Та-дам! 27 тысяч, неплохо. Сколько там, кстати, следующая карта стоит? Прикинь, я на высоте 2000 метров. Сколько? 2000 метров. Ёпарасота. Я просто на высоте 2000 метров, потому что я использовал шарик. Нанечка, а насколько высоко я могу по этой штуке забраться? На какой момент меня откинет? Я лишь на высоте 330 метров. Пальму! Самое то! Прикинь, влетел со скоростью 500 метров. То есть 500 километров. Скорость 500 километров всего лишь-то, да? Так, поехали. Так. Вообще нормальнее? Я приземлился и ничего не сломал себе? Что за баги? Ладно. Лаки баги. Я продолжаю улетать вверх. Уи-ха! Слушай, я в стратосферу залетел. Я перестаю, в принципе, вниз падать. Вот теперь начал вниз падать. В кратосферу. Кратосфера. Короче, об траву ты вообще практически не ломаешься. Нужно выбирать камни. Вот это сейчас будет 37 штук, неплохо. Нужно выбирать камни, и по камням вообще кости перемалывает только так. Понял. То есть в идеале... 53 тысячи опять. 53 тысячи. Чувак, это фи-фи-фу-фи. О, вот эта последняя точечка была просто то, что нужно. 18 штук, конечно, не 37, но вот эти вот финальные аккорды, да, слушай, они доставляют. Я сейчас с высотой 2000 метров лечу прямо в камень, прямо головой. Гарантирую. Сейчас фиолетовым будет. Ох, чуть-чуть не долетел, блин, если бы я с вот этого разгона влипнулся бы в камень, было бы не 20, было бы 35, точно. Надо попробовать набрать скорость именно вот тут вот. Ой. Да! И теперь с разгоном в камень! В камень долети! Камень. Нет! Да! Чуть-чуть не долетел, ну как ты мог? Ай, блин. И в воде. 24 тысячи. Мне не хватило метра 3-4 буквально. 116 тысяч с падения! Ты что там, читы подрубил? 116, блин, тысяч! Офигеть! Офигеть! 116 тысяч! Я же говорю, ты что, читы подрубил? Так, теперь у меня шарик полностью на максимум. Так. Шарик, тузик. Ну-ка, вот сюда. Короче, гарантирую, сейчас я очень сильно Давай! Упаду. Давай! Да! Вот это сейчас было красиво. Сколько? 14. Ну, блин, ну прям такие переломы смачные были. Ну вы чё? Ну как так-то? Слушай, я Об этот угол? Я стал гораздо выше улетать. Гораздо выше. В разы. Пфф.
Такой фаршик на 4. Ладно, 24 тысячи, на самом деле 24 тысячи это неплохо. Давай, в камень, в камень, в камень. Ножницы, бумага. Я думал, я так много костей сломаю. Да, вот это было неплохо. Нога такая разлетелась. 33 тысячи, красиво. Ну-ка, давайте еще немножечко поднажмем, так скажем. Слушай, мой труп застал в позе деп. Он просто вот так вот встал в позе деп. Такой. Вот что будет с деберами. Слушайте, ну вот это же было хорошее падение, ну вы че? 20 штук. Ну так, могло быть и лучше. Ну-ка, а что если вот, вот сюда вот? Нет, 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 откатись еще немножечко. Ой, блин, ну 11 штук за один такой, за одно падение, за один удар, 11 штук. Если бы я чуть-чуть еще откатился, ну-ка. Фу, скатился. Фу, скатился. Так, так, так. Давай, в камень, в камень. Да. Да. Да! Вот, слушай, вот это было прям неплохо сейчас. У меня все стало ультра-серым, ультра-супер-сильный пик, все стало серо-фиолетовым. Хорошее падение на 15 штук, серьезно. 67 тысяч. Ладно, ребятушки. Ну, вот такой у нас сегодня был кусочек безумия. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда. Всем покеда.